поисках инопланетян мы пытаемся найти образ харьковчан. Где же инопланетяне, которые могут нам нарисовать образ харьковчанина? Извините, вы инопланетянин? Нет. 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 Не знаю. Баптисты христиане. Вы инопланетянка? Ой, что вы, я обыкновенный человек и не хочу никогда быть ею. На самом деле они инопланетяне, мы это знаем. Они просто в этом не признаются. Вы инопланетянин? Ну. Честно, вы инопланетянин? Конечно. Вы не боитесь в этом признаться? Ну, а что мне бояться? Что вы меня съедите? Скажите, пожалуйста, признайтесь нам, вы же инопланетянка. Вот у нас инопланетянин. А теперь мы хотим нарисовать харьковчанина. Это то, что мы видим, а это то, что мы хотим видеть. Мы видим вот такой портрет. Это? Ну, это наши люди, харьковчане, они все занятые, угрюмые, спешащие, куда-то озабоченные. Хотелось бы видеть их улыбающимися. Вы не инопланетянин? Может, для кого-то инопланетянин. Это таким мы его видим. Шейка, не очень получилось. Ну, это я большинство изображаю. А большинство у нас стоит, ну, вот с протянутой рукой. Ну, а это каким мы его хотели бы видеть. Он просто вот сидит на сундуке денег. Ваше послание землянам. Наше послание земляна? Мое. Оптимизма. Как можно больше оптимизма. И все будет получаться, я думаю. Будьте с нами, инопланетянами. Несмотря ни на что, счастливыми и беспечными.